В Челябинской области лесники спасли и выходили крохотную волчицу, которая осталась без матери. Ее нашли двухмесячной и беззащитной во время лесного пожара. Малышку пришлось выкармливать из бутылочки и содержать в приюте для собак. Сейчас волчица уже подросла, ее вернули в лесничество, но отпускать в лес пока не спешат. Назвали ее Зема. Зема – королева воинов. Мы хотим, чтобы она стала нашим талисманом, нашего лесхоза. Сейчас Зена проживает в лесхозе, очень ласково и дружелюбно, а лесники раздумывают над обустройством территории для нее.